Чтобы выращивать грибы, нужен мицелий. Чтобы получить мицелий, нужен автоклав. Сегодня мы начинаем делать автоклав. Его, собственно говоря, устройство нам подсказал наш знакомый, друг, товарищ. Делаем мы автоклав вот с бывшего газового баллона емкостью 50 литров. Это основание. Вот это перед вами, это планец, который будет вот сюда приварен вместо этого колпака. А вот это будет крышка автоклава. Значит, толщина металла, что фланца, что крышки, 10 миллиметров. Для чего такой толстый металл? Потому что давление будет высокое, чтобы не погнуло, не вырвало. Поэтому применяется толстый материал. Что еще мы видим здесь? Это электроцент для воды. Значит, ну, примерно внизу, где-то здесь, будут просверлены отсюда два отверстия и с другой стороны два отверстия. И будут вставлены два вот таких электроцента изнутри. Мы просверлили здесь вот снизу два отверстия под электроцент. Вот он внутри там. С помощью прокладок резиновых и шайб, когда устанавливали, еще герметик нанесли туда, затянули контрагайками. Электрическая часть, в принципе, на этом практически закончена. Крышку мы отрезали вот по сварному рубцу. А вот я ее сниму сразу. Этот фланец будет одеваться вот сюда и привариваться. Вот так вот. Теперь мы сделали что? Вот у нас крышка. Вот на крышке. Вот. И вот это вот фланец. Значит, просверлили мы 8 отверстий диаметром 8 миллиметров. Это под болты. Зачем я сейчас их так вот скрепил? Сейчас будем приваривать фланец к корпусу. И чтоб не повело ни фланец нагрева, прикрутили крышку и будем обваривать в сборе. Дальше. В крышке вы видите три отверстия. Для чего они сделаны? Это на месте этих отверстий будут приварены, вот, например, под манометр. Вот такая втулочка. Вот сюда будет приварена. Манометр будет контролировать давление в сосуде. Центральная, это будет вставлен ниппель от автомобиля. Здесь будет закреплен. И третье отверстие, это под градусник. Вот будет полдюймовая труба, кусок трубочки. С одной стороны будет заглушен, обварен и обточен. А вот этот конец, он будет изнутри приварен к этому отверстию. Вот так вот. Вот он будет так стоять. И сюда будет вставляться градусник, который будет показывать, какая температура находится внутри этого сосуда. Перед вами снаряженный автоклав, который находится в работе. Сейчас он подключен к напряжению. Температура, вы видите на термометре, 110 градусов. Давление 1,7 атмосферы примерно.